Ребят, всем привет, всем доброе воскресное утро. Мы сегодня, если честно, собирались поехать на выставку, но что-то пошло не так, мы не заехали, не сняли деньги в банкомате, поэтому, к сожалению, мы не сможем отправиться на выставку. А в этом году там решили поменять паркинг, в общем, теперь паркинг внизу в деревне, а затем наверх уже в другую деревню. Нужно подниматься на автобусах. Естественно, нужно покупать билет, а нельзя купить, потому что нет денег. Ух, какое солнышко. В общем, если вам интересно, давайте будем смотреть, куда мы поехали в новое место. И приятного просмотра. Мы сейчас спускаемся вот по такой дорожке. Она крутая. И много вот таких вот деревянных палок, торчащих кореньев, каких-то листочков. Таисия прям в восторге, сидя у папы на шее. Мой муж, кстати, здесь катался на велосипеде, и ему очень понравилось. Мы сейчас идем смотреть на каскад. Он решил меня отвезти туда. Oui. Невероятно просто. И я даже не жалею о том, что мы не отправились на выставку, потому что променять вот этот вид на что-то еще, я бы, наверное, подумала. Красота. Подошли поближе. Я надеюсь, что будет слышно мой голос. Очень красиво. Вообще. Муж у меня прям сплатил вот туда, как настоящий рыцарь, чтобы красиво это все сфотографировать. Вот сейчас мы пройдемся, еще прогуляемся немножко, потому что здесь возле воды очень холодно. Таисия здесь попрыгала, побегала, вся чумазненькая, поэтому сейчас вытремся и пойдем немножко прогуляемся. Подышим свежим воздухом. И представьте, вот по этим вот дорожкам катаются велосипедисты. Велики специальные, понятное дело, необычные, там какой-то горный. Вот. Но я бы, наверное, так не смогла, потому что перспектива скатиться куда-то из ни одного неосторожного движения меня пугает. Это прогуляться самое то. Деревья так растут забавно, очень, как шапочки такие. И все цвета осени видны. Очень классно. Мы уже снова прошли всю дорожку, но уже в обратном пути. И здесь, кстати, как я рассказывала, вот опять же стоит указатель, куда идти тем, кто пешком ходит. Лавочка стоит. Здесь место для костра. Ну и указатель, что можно вниз дальше идти гулять. И сейчас нам еще подниматься вон туда. Так что глубокий вдох и пошли. Мы сейчас будем заходить на территорию, где иногда пасутся вот коровы. И написано, что держать дистанцию, потому что коровы вместе со своими детками. Вот. Мы сейчас зайдем, но их не было, кстати, мы шли сюда, только стояла кормушка. Вот, поэтому просто прогуляемся. Мама,
Кукули? Ты не хочешь помнать, а? Здесь, кстати, по периметру стоят вот такие вот ограждения, и нужно быть всегда внимательным, потому что они могут быть под напряжением, и для этого нужно внимательно читать таблички. Если же табличек нет, то тоже стоит перестраховаться и все-таки не трогать. Если вот верхние это просто, то нижние, они как раз-таки под напряжением. Иногда слышно, как работает, или видно, стоит генератор такой. Но здесь ничего не видно, но все-таки нужно быть аккуратным. Bonjour. А вот и коровки, на которых мы не попали, поехали на каскад. Вот сейчас их вот здесь пускают, и я так думаю, что мы будем за ними следовать на протяжении всего пути, пока они куда-то в сторону не сдвинутся. И вот обычно их сопровождают пастухи, их дети, национальная одежда. Но эти коровы, кстати, они не украшены, обычно их украшают красиво. И вот аж туда далеко это все протягивается. В общем, мы развернулись, едем в обратную сторону, потому что оказалось, что эти коровы будут идти до ближайшей деревни. Я трупу ваш, попасть по ла. В общем, нам пришлось развернуться, потому что коровы эти будут идти еще где-то километров 15 отсюда, наверное, до нашего города 5, и еще от нашего около 7, наверное. Поэтому нам указали, как обогнать их, и мы сейчас вот пересекли маленькую дорогу и будем ехать. Вот все обгоняют коров, потому что коровки идут вот там внизу.